Самое большое кладбище города, Полынковское, убирают от мусора сразу несколько бригад, наряда регионального оператора по обращению с отходами и силы Тамбовского МБУ «Спецтехуниверсал». Если первые концентрируют свое внимание на несанкционированных свалках, то вторые специализируются на благоустройстве и мелком мусоре, которого здесь предостаточно. Свою роль сыграл апрель с его ветрами. В настоящее время работает у нас 6 единиц техники вместе с погрузчиками, вместе с перевозящей техникой, самосвалами. Вот. Ну и 10 человек людей. Кроме того, порядок на могилах своих родных наводят и сами горожане. Что отрадно, даже на кладбище сохраняется режим некоторой изоляции. Ведь работают люди на приличном друг от друга расстоянии. Да и посетителей здесь стало гораздо меньше. Сынок, я вот только пришла, сын подрезался, а я сейчас вот за храблями пойду домой. Я никого не вижу. Городские службы прочищают тропинки, обрезают деревья, вывозят мусор и обеспечивают кладбище песком и водой. Аналогичная работа в ежедневном режиме проводится и на двух других городских кладбищах. Продлится она вплоть до Пасхи и даже чуть дольше. В штатном режиме благоустройство продолжится и в мае на воинских участках. Павел Юрасов, Евгений Михеев, Олег Щербаков. Область новостей.